Ученые из американского университета Луисвилля пытаются создать человеческое сердце с помощью 3D-принтера, а в дальнейшем и пересаживать его нуждающимся пациентам. К слову, эта технология не является инновационной. Ранее 3D-принтеры уже использовали для получения сердечных клапанов и человеческого уха. По мнению авторов исследования, создание отдельных частей сердца и их компоновка займет в среднем от 3 до 5 лет. Готовый орган будет совмещать как натуральные, так и искусственные ткани. Самое сложное – это заставить работать клетки сообща, как в обычном человеческом сердце.